В Москву приезжает немало индийских учителей йоги, проводят семинары, но, как правило, эти занятия рассчитаны на продвинутых учеников, а остальная масса продолжает ходить на фитнес-йогу, так до конца не узнав, что же такое настоящая индийская йога. Когда наш телеканал пригласили на встречу с одним из ведущих йогов из Индии, доктором Ракешем Пандеем, идея сделать о нем сюжет показалась заманчивой. Уж очень наглядно этот человек демонстрирует, какое здоровье можно получить, занимаясь практикой йоги. Цель моей демонстрации – не личная корысть. Я делаю это для молодого поколения, которое находится в заблуждении по поводу йоги. Это не фитнес, у этой практики более глубокое содержание. Сегодня я покажу вам силу энергетики человеческого организма, которая развивается в результате занятий йогой. Ракешу Пандею 50 лет, 30 из которых он посвятил практике йоги. Его учителями становились лучшие индийские гуру. Ракеш Пандей посвящен в традиции хатха, крия и ситха йоги. Кроме того, он постиг технику пранаямы – искусство управления дыханием и внутренней энергией. Я не чувствую пульса. Чтобы передать свои знания, Ракеш Пандей путешествует по миру. У него большое желание научить правильному образу жизни европейских людей, которым вечно не хватает времени на себя. Я учитель йоги, я не могу сказать вам «занимайтесь 2 раза в неделю». Передо мной ваша камера. Если бы вы заряжали ее 1 раз, а пользовались каждый день, разве могла бы она сейчас меня снимать? В сутках 24 часа. 1 час вы заряжаете камеру, 23 часа она работает. Такой же совет я могу дать и по поводу йоги. 1 час в день посвящайте своему здоровью, а в остальное время получайте удовольствие от жизни. Йога – это путь, проверенный временем, и тем, кто вступил на него, индийские учителя готовы помочь.